Сразу усеки, все остальные рэперы ничто. Забудь слово кофта, есть только худи и свитшот. Выпрями нормально руку, когда делаешь дэп. Ненавидь блогеров, которые делают рэп. А потом вот так таратори непонятно, читай монотонно и быстро. Таракан, барабан, карабас, барабас, тут вроде бы не надо и смысла. Или делай флоу, который не поймет и третья. Главное, не забывай про междуместья. Типа еее, или трррррррррррррррр. Типа кей-кей-кей, или як-як-як. Если сможешь говорить эти слова, как я, можно больше рот вообще не открывать. Так маги хотят брать, давай, а здесь сами на вещь. Заряжайте автомат. Ты смотришь, ну что, у тебя очень крутой фокусов с сигаретой. Смотри, берешь сигарету, засовываешь ее вот так в руку, вот так засовываешь. Смотрите, стоит просто дунуть, она исчезает. И прикол в том, что она появляется вон там. А теперь обучение. Смотри, тебе понадобится сигарета. Когда ты засовываешь в руку, ты пальцами правой руки давишь на сигарету вперед, и она переходит тебе в другую руку. Вот так. Ты делаешь вид, что она исчезает. Прячешь ее за большой палец, вот так спрятал. Сделал так. И средним пальцем ее вот так выдвигаешь. Вот такой прикольный фокус. Выливаем две яйки, сверху ложим лаваш. Как только схватится, переворачиваем. Творожный сыр, ветчина, помидорка, солька, перчик. И, конечно же, сырок. Сворачивай с двух сторон и обжаривай тоже с двух сторон. Нарезай и съедай.